Derek's channel start broadcasting. Последняя битва последней войны начинается в Арклаше. Рагнарёк не пощадит никого. Народы уничтожают друг друга во имя света, судьбы и тьмы. Герои, избранные богами, собирают войска. Над ними вздымаются знамена с шакалом, грифоном, волком или скорпионом. Доблестных воинов и магов ждут великие подвиги и жестокие битвы. Костяные дюны простираются на севере пустыни Сиарал. Именно здесь решается судьба мира. Почитатели Грифона из священных земель Акилами ведут беспощадную войну с народом Скорпиона и его чудовищными творениями. Новые творения сиарских техномантов, боевые клоны Микосиатисы, с легкостью уничтожают храмовников Грифона. Все патрули аккеланийцев, посланные в пустыню, исчезли без следа. Еще немного, и в этой части Арклаша приспешники тьмы одержат окончательную победу. Застава командорства неподалеку от врат в Костяные дюны. Командор Серет поручает Дарию, своему лучшему командиру, задание высочайшей важности. Дарий должен найти место, где производит боевых клонов Микосиатисов, и остановить их создание. Вместе с ним на задание отправляются Инквизитор Лотар, Талион Ланвис и Пиромант Зилия. Их цель — разыскать одну из подземных лабораторий, где техноманты создают клонов. Дарий полагает, что лаборатория Скорпиона находится где-то поблизости. На это указывает тот факт, что на помощь Сиарам быстро приходят свежие подкрепления. Ланвис, как превосходный разведчик, быстро понимает, в каком районе искать лабораторию. Отряд разделяется, чтобы прочесать местность, но вокруг рыщут отряды Сиаров. Говорят, рядом с развалинами в Костяных дюнах можно услышать крики, доносящиеся из-под земли. Это кричат несчастные, которых пытают клоны Скорпиона. Все ясно! Вперед, воины храма! Славно! А-а-а!
слушаюсь! Вашим услугам! Непременно! Славно! Да будет так! Потанцуем! Слугам! Непременно! Все ясно! Как прикажете! Да! Воины храма! Да! Во славу света!
слушаюсь! К вашим услугам! Во имя Мирина! Вашим услугам! Вперед! Непременно! Славно! Да будет так! Храма! Все ясно! Славу света! Вперед, воины храма! К вашим услугам! Славно! Во имя Мирина! Все ясно! Славно! Слушай!
Замаскированный вход в лабораторию СО-426 находится в лагере Сиаров. Здесь начнется испытание для Дария, Лотера, Ланвиса и Зили. Вперед, воины храма!